О том, как обстоят дела с коронавирусом в Мангистауской и Кызылординской областях, сегодня президенту доложили акимы регионов. Разговор состоялся по телефону. Серикбаю Трумову Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить темпы вакцинации. Там полную иммунизацию прошли всего около 47 тысяч человек. Токаев также поручил не допускать трудовых споров и создать социальное благополучие на производствах, особенно нефтесервисных предприятиях региона. В числе первоочередных задач – поддержка фермеров в непростой засушливый год. Аналогичные поручения от главы государства получила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. Напомню, в Аральском районе 10 дней назад объявили чрезвычайную ситуацию. Из-за засухи там выгорели почти все пастбища. Решено задействовать резервы правительства и областного бюджета на субсидирование кормов и проведение очистки каналов и бурения скважин. Что касается вакцинации, президент поручил усилить разъяснительную работу населения.